Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Представители этого имени – люди чаще всего прекрасные администраторы, организаторы. Но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Окружение уважает их за искренность, энтузиазм, ум и полную самоотдачу во всем, что они делают. Обладатели этого имени стремятся к достижению высокого общественного положения и выполнению такой деятельности, которая позволила бы им работать на благо окружающих. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.